Ребята, всем привет! Приехала супер экшен камера. Вот, а вы скажете, а где же обзор на предыдущую камеру? Он будет спустя некоторое время, сегодня будет. Я ее еще тестирую, уже снимал на улице. Но после того, как она мне приехала, мне многие люди написали, что есть еще одна экшен камера китайская, которая в два раза дороже, но и снимает круто. Вот я ее заказал, 20 дней она у меня в такой вот коробке. Давайте открывать, смотреть, мне очень интересно. А еще интереснее, как она будет снимать, потому что если она будет очень хорошо снимать, я ее себе, наверное, оставлю, потому что очень я долго хотел себе, ну, такого плана GoPro, да, но вы понимаете, что удовольствие не дешевое. Вот, поэтому будем выходить из ситуации с помощью китайцев. В принципе, как обычно я и делаю. Чуть-чуть хуже, но дешевле. Ох, как все круто, ребят. Ну, сразу видно уровень. Вот такая вот камера. Снимает, написано Full HD. Прикол этой камеры, что ее можно использовать как видеорегистратор. То есть хороший видеорегистратор, не нужно покупать. Здесь должно быть все в комплекте. Вот, 30 метров можно спускаться. Здесь также у нас софтбокс. Короче, блин, ну, выглядит круто. Спорт, давайте открывать, смотреть. Так, здесь у нас скотч. Так, открываем. Я вот тестировал эту дешевую камеру. Про нее расскажу, конечно, в обзоре. Но мне понравилось вот ходить с ней снимать. Очень удобно. Она очень маленькая. В руке вообще лежит удобно. И вам не нужно запариваться, что на вас там смотрят люди или еще что-то. Сама камера. С дисплейчиком. Бокс. Здесь это хорошо, что есть крепление. Только крепление почему-то сделано... А, она вот так, наверное, снимает. Вот. Так, сейчас открою бокс. Так, вот так открывается. Так, бокс. У нас что здесь? Ну, пластик. Камера, я вам скажу, нелегкая. Вот, здесь у нас что? Наверное, аккумулятор или что здесь? А, это она что, была включена или что? Вроде как оставили включенной. А, или нет. Что-то, короче, переключается здесь. Ну, что сейчас рассказывать, да, уже в обзоре расскажу. Что, как, где, что за кнопки. Ну, тяжелая, ребят, такая вот она. Вот, смотрите, в руку взял и пошел снимать. Прикольно, прикольно. Так, давайте дальше разбирать, что же у нас в комплекте. Потому что комплект должен быть... GoPro отдыхает просто. Так. Вот такое у вас, вот у нас крепление. Так, спешить не буду, ребят, потому что самому все интересно. Я думаю, вам тоже интересно. Так вот крепится или наоборот. А, вот так вот крепится. Вот. Это, я так понял, наверное, на голову можно подцепить. Блин, ну прикольная штука, я очень доволен. Ну, еще качество не видел, конечно. Я надеюсь, я примерно видеоролики видел. Мне качество понравилось вообще. Вот, розеточка уже у нас. Ну, зарядка с нашим штекером. Вот такая вот. Там-та-там. У меня настроение прям поднялось. Потому что я долго ждал эту камеру. Так, дальше у нас идет в автомобиль. Ну и не только, ну, в автомобиль как видеорегистратор. Опа. Вот такое вот крепление. Чик. Так можно прикрутить. В
В принципе, наверное, если будет все окей, я, может, и буду использовать его как видеорегистратор. Но смысл, экшн-камера, она используется не каждый день, вот. И чтобы от нее действительно был толк и оправдывала свою цену, можно использовать в автомобиле как видеорегистратор. Тем более, она снимает неплохо. Так, поворотного механизма только у нас нету. Я так понял. А, еще придется в крепление, да, вставлять ее. Ну, все впереди, я же говорю, мне главное вам показать, что это из себя представляет. И не спешите, ребят, покупать всегда. Вот, сразу дай ссылку. Ссылку я даю, не волнуйтесь. Так, это у нас микро-USB идет уже. Так, это у нас на велик, я так понял, крепление. Да, здесь только вот непонятный мне вот этот вот механизм. Руками все крутить, что ли, не очень удобно. Вот, на велосипед подцепить можно кататься. Ну, в принципе, на что угодно, видите, здесь зажимается. Так, как же интересно разбирать все крепления. Сколько их здесь, вообще нереально просто. Вот еще одно крепление. Это я даже не знаю для чего. Нужно будет посмотреть, куда-то защелкивается что-то. Нужно будет посмотреть, как они все применяются, потому что самому придумать. Вот, что я говорил. Адаптер микро-USB в автомобиль. Блин, гляньте, сколько здесь всего. Еще какое-то крепление. Ну, не буду уже каждый распаковывать. Еще вот такое вот крепление. Прицепное можно прицепить. Здесь жабка стоит. Офигеть просто. Вот такие вот они шестигранники, чтобы зажимать. Здесь отверточка есть. Ребят, ну набор шикарный, я вам скажу. Я не ожидал, что столько будет. Вот. Две резинки есть на 3М скотче. Не две резинки, а две такие подставки еще. Вот. Еще вот такая вот штука. Вот такая вот штука, смотрите, на 3М. И плюс еще скотч. В комплекте идет. Сейчас вам покажу. Вот такая вот прицепить здесь. Я надеюсь, она мне еще эта камера пригодится, если начну снимать обзоры китайских автомобилей. Вот, чтобы было прикольно с разных ракурсов прицепить на автомобиль. Вот, я думаю, будет интересно. Только, конечно, насчет вот этой присоски я переживаю, чтобы, наверное, когда на автомобиль вешать, надо купить вот такую вот присоску, чтобы она не отпала, потому что будут печальные последствия. Так, идет у нас вот такой вот ремешок, или что это? Главное, чтобы на голову еще было. Так, сейчас. Вот такие вот ремешки. Ну, я так понял, это они и на голову цепляются. Из них делаешь тут уже себе все, что хочешь, зажимаешь. Всякие куски. Вот. Все. Долгая сегодня распаковка, но мне кажется, что реально очень интересный товар. И если я найду еще другую экшн-камеру, ребят, если кто видел, кто покупал, еще лучше. Скидывайте ссылки, я посмотрю, еще закажу. Потому что тема меня это поперла, и мне действительно, смотрите, сколько всего. Мне действительно хочется найти классную экшн-камеру. Это у нас затяжки, две штуки в комплекте идут. Не две штуки, четыре штуки. Идет салфетка. Вот, собственно, у нас идет. Вот, смотрите, какая цветная. И вот все здесь показано. Вот на картинках, как, что, куда. Класс вообще. Китайцы, в очередной раз я вам ставлю лайк. И вот она инструкция, как, что вешать, куда прицеплять. Смотрите, какая. Вот такая вот огромная инструкция. Здесь полностью все нарисовано. И с этой еще стороны. Все, ребят, вот такая вот экшн-камера. Просто я доволен на все 200%. Если она будет снимать так, как я видел, ну, я так понял, что это оригинал. Никакая еще там подделка. Вот.
посмотрите по ссылке, как она называется. И я думаю, долго я тянуть не буду с обзором. Как раз зима на улице минус 15 градусов, и вам покажу, протестирую. Все, ребят, ставьте лайки за такую видеокамеру. Блин, я бы сам себе поставил лайк за то, что я сам себе такое вот показал. И ждем обзор на экшн-камеру, которая там за $45 дешевая. Она тоже неплохая, но все узнаете позже. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покеда!